Ну что сказать, устроены так люди, желают знать, что будет. Вот и мы желаем знать. Не, ну мы узнаем, но придавать значение этому не стоит. Надо верить вечное и в лучшее. Лучшее нас ждет всегда лучшее. Сейчас лучшее на данный момент. Будет лучшее, еще лучшее. Но мы этого не знаем, поэтому будем радоваться каждому моменту, лучшему сейчас. И будем знать, что еще лучшее впереди. Вот так вот.